Свыше 2 килограммов наркотиков североказахстанские полицейские изъяли у 52-летнего жителя Тайнши. Стражи порядка района работали совместно с сотрудниками областного департамента КНБ. Злоумышленника они задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. В сумке подозреваемого был обнаружен пластиковый мешок с веществом растительного происхождения. После заключения экспертизы стало известно, что это была марихуана. Сейчас полицейские проводят досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами без цели сбыта». Всего с начала 2021 года в Тайншинском районе зарегистрировано 5 подобных преступлений.